Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Люцин на топливо помог найти путь, как сэкономить деньги на заправке. Закинуть таблетку в бак. Лорен в прямом эфире, чтобы объяснить это. Да, Майк, этот продукт называется MPG Caps. Производители или люди, которые его продают, говорят, что таблетки могут сэкономить значительные деньги, когда вы заправляетесь. Хотя есть и серьезные скептики. Водители готовы попробовать все, чтобы отдохнуть от высоких цен. Если что-то доказано, я бы пользовался. Билл Хаммонд продает MPG Caps таблетку для топлива, которая, как он говорит, снижает потребление топлива. Топливо сжигается эффективнее, снижается выброс вредных газов, двигатель работает лучше, увеличивается пробег. Люди, которые продают MPG Caps, делают серьезные заявления, поэтому мы решили проверить эти маленькие таблетки и посмотреть, работают ли они. Мы сделали свой тест, смотря на пробег одной машины после нескольких баков топлива в разных условиях езды. Перед использованием этой таблетки машина проехала 22 мили на галлон по трассе и 18 миль на галлон по городу. Я был довольно-таки скептичен, начиная это. Изготовители MPG Caps говорят, что нужно от 3 до 6 баков, чтобы таблетка заработала. С третьего бака Пол проехал немного больше, чем 30 миль на галлон по трассе. Это на 8 миль больше, чем без таблетки. По городу он проехал 25 миль на галлон, и это на 7 миль больше, чем обычный пробег. То, что я увидел, думаю, что-то добавили. Продукт регистрирован в EPA. Это означает, что они проверили состав, и ничто в капсуле не может повредить вашей машине. Это не означает, что EPA проверили, что это работает. В прямом эфире с Брукфилда, Лорен для TMG4. Хорошо, Лора, спасибо.